В меню жульен с грибами и курицей – блюдо родом из Франции. А если точнее, так называется особый вид тонкой нарезки овощей. Французские повара лепестками шинкуют свежие овощи, чтобы сохранить в них больше сочности. Сегодня будет не классический рецепт. Это вариант легкого приготовления за 20 минут. Главные герои – 300-400 граммов шампиньонов, столько же отварной куриной грудки. Беремся за грибы. С шапочки шампиньонов снимаем верхний слой. После нарезаем слайсами. Отправляем в разогретую сковородку. Даем томиться 5-10 минут. Не забываем помешивать. Шинкуем лук средними кубиками, так он быстрее карамелизируется и отдаст свой аромат. Грибы выпустили сок и уменьшились в размере. Пора добавлять лук. Нарезаем отварную грудку. Ее место уже давно в сковородке. Для сочности 2 столовые ложки топленого сливочного сыра. Соль, перец по вкусу. Смесь отправляем в жульенницы и засыпаем твердым сыром. В микроволновку или духовку на несколько минут. Главное не передержать. Жульен по-тираспольски готов. Приятного аппетита!